когда распался Советский Союз, союзом архитекторов новых стран и России, удалось создать организацию, которая существует на протяжении всех этих лет. Мало того, мы здесь видим еще один флаг Сербии, тоже находится представитель Союза архитекторов Сербии здесь. И вот регулярно, ежегодно, переезжая из столицы в столицу, происходит это мероприятие, которое состоит, как правило, из выставки, где представляются проекты, новые проекты и новые постройки по всем странам, и плюс проходит традиционный совет, где решаются очередные вопросы и глобальные вопросы. В том числе, например, такой важный вопрос, который нас всех волнует, это сам таможенный союз, возможность работать по единым правилам, нормам, по единым всем, ну, всем составляющим процесса проектирования, авторского надзора, сохранения, наследия и других всех вопросов.